Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и вот такой вот приказик выпал мне для выполнения. Ребят, сразу обозначаю, нажимайте не на зеленое, нажимайте на желтое. Нажмете на зеленое «Приступить» и активируете сразу 2 дня на выполнение приказа, а так у вас будет целых 90 дней для того, чтобы выбрать подходящие дни для выполнения данного приказика и 100% его реализовать. Ребят, я всегда тороплюсь со свежими новостями, от вас жду немногого. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк, напишите комментарий, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать свежие новости и честные обзоры на все, что происходит в игре. Итак, приказ просто обалденный. Халява, какой свет не видывала. Если вдруг у нас будут ивенты, в которых необходимо будет делать фраги, соответственно, можно параллельно и приказик этот выполнить. Короче говоря, одним выстрелом завалить несколько зайцев. А в приказе, ребят, вы можете получить ни много ни мало целых 20 бустеров золота. И если вы будете играть на десятках и сольете все 20 боев, вы в любом случае получите 200 голды. Крутой игрок, все 100% побед, тогда у вас 400 золота в кармане. Ну а если вы отыграете 50 на 50, соответственно, получите 300 голды. По-моему, это клево и круто. Что касается камуфляжа. Камуфляж реально сможет помочь вашему танку показать, что он максимально токсичен в вашей команде. И вот эти мухоморы вам однозначно помогут. Честно говоря, напоминает какой-то такой, знаете, старый советский мультик. Но это уже на вкус и цвет. 500 000 серебра придутся под стать, я думаю, любому игроку. И довольно-таки не кисло поднимут серебряную копилку просто-таки за один заход. Ну а что касается вот этого, это действительно самый большой жир, который здесь есть. Контейнеры, собери их все, которые вы получаете, в принципе, абсолютно бесплатно, ничего не платите. У вас есть возможность получить одну из огромного количества, из этого множества транспортных средств. И, ребят, вы с вероятностью 95% из данного контейнера достаете себе талисман на золото. У вас будет 5 таких талисманов за счет 5 контейнеров. И если еще 2 талисмана где-то у вас завалялось или потом появятся, то вы заберете целый косарь голды, а это крайне крутая халява. Итак, ребят, из этого контейнера в любом случае либо машина, либо талисман на золото, ну и плюс еще может посыпаться какая-то вот такая бесплатная дребедуха. Да, пускай не сильно крутая дребедуха, но все-таки халявная. На данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А главное, ребята, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!